Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Silent Hill, самую первую часть. Мы находимся в полицейском участке. Я совершенно просто замученный, потому что мои сейвы на эту игру удалились, и сейчас последние 4 часа я возился с сохранениями. Пытался их как-то восстановить, восстановить не смог. Единственное, что я смог, это найти чужие сейвы примерно на этом месте, добежать до сюда. Однако здесь, как вы видите, достаточно много всякого странного обмундирования. То есть по 200 патронов там ко всякому оружию. Ну что ж, придется так, потому что по-другому я просто уже совершенно никак не могу. И кроме того, здесь есть катана. Как они ее нашли? Хрен его знает. Причем эти сейвы, вы знаете, они от американской версии. Пришлось конвертировать сейвы от американской версии специальной программой. Узнавать код от игры. Ну, то есть, я думаю, кто следит за жизнью канала, в курсе, я там давал клич 1 апреля, что у нас проблемы с этой игрой. Я не знаю совершенно, но это эмулятор, бывает, случается. Нам нужно в госпиталь. Не знаю, как у нас теперь получится. Ну, с сюжетом-то все нормально будет, мы за сюжет играем. Но по геймплею, я думаю, теперь станет легче, потому что, вы понимаете, с таким арсеналом воевать будет проще. А не пользоваться им я не могу, потому что оружие-то, по сути, мне по-любому это должно быть. Просто патронов не такое количество. Вот и дилемма. То ли пользоваться, то ли не пользоваться. Ладно, черт с ним. Нам нужно в госпиталь, там Элизабет. Silent Hill просто в каком-то кошмарном состоянии. Меня это печалит. Но больше всего меня печалит то, что мое внимание теперь просто загашено в нуля, поэтому уйди от меня. Поэтому если вдруг я что-то буду пропускать прямо под ногами, не удивляйтесь, я измотан, потому что сегодня весь день потратил на эту игру. Ну да ладно. Госпиталь. Вот это. Ой, ребята, нет, только не собаки. Сейчас покажу, кстати, прикол. Здесь есть, ну, кроме катаны, которая сама по себе смешная, здесь есть вот такая вот штука, я не знаю, что такое, камень медиума. Это таинственный камень, явно обладающий силой. Что случится, если где-то его использовать? Интересно, но у меня такого предмета не было, так что это, скорее всего, не сюжетный, а какой-нибудь секретный. Как бы там ни было, у нас самый главный есть. То есть неизвестная жидкость в флаконе, которую я взял, про которую мне сказали, что она может нам пригодиться в будущем, Сибил. Так, и у нас какой-то... А, нет. Все, в общем, вот такой инвентарь, смотрите. Честно говоря, меня это разочаровывает, но это единственный сейв, который я нашел. Либо было проходить по новой эту игру, вымотанным совершенно, чего я себе позволить не мог, либо воспользоваться этим сейвом. Я надеюсь, вы меня простите, я надеюсь, вы меня поймете. Так, хорошо, что мы тут делаем-то? Смотровой кабинет. Госпиталь Алхимил, это просто тоска и печаль. Harry! Glad you're okay. Thank God you came back. I was scared to be here all alone. I'm here now. I was worried too. I'm real happy to see you. Lisa, can you tell me how to get to the lake? The lake? You take Bachman Road. The road's blocked. Well, that's the only way out there. Are you sure? There's gotta be another way. Wait! I just remembered something! What? There's a waterworks over by my old elementary school. It's been abandoned for years. Заброшенная водопроводная станция. Подземный туннель. Отлично. Что лучше может быть? I remember hearing it runs all the way to the lake. Really? You think I can get to the lake from there? I've never been down in there myself, so I'm not positive. Besides, it's all fenced off to keep people out. If there's a chance, I've got to try. Harry, don't go! I don't want to be alone. It's so scary, I can't stand it. How about coming with me? This may not be the safest place in the world either.
I can't promise you anything, but I'll do my best to protect you. No. Somehow I feel I'm not supposed to leave this place. Oh, Harry, I'm so scared. I'm cold. Look, just wait here a little longer. I'll be back as soon as I find my daughter. Harry? Обиделась. Ну и ладно. Так, нам нужно уходить. Где-то здесь, я думаю, есть сохранение. Старое водопроводное сооружение. Прикольно. Я думаю, это звучит крайне многообещающе. Так, хорошо. Это у нас получается... так, секунду. Сейчас выходим обратно. И пилить нам по улице Бахмана. Это ой, как далеко. Что-то мне не нравится эта музыка. И, по-моему, мы находимся в месте, где мы не были. Или... где собаки? Что-то изменилось. Ладно, хорошо, выходим. Так, улица Бахмана. Это мне нужно пилить до самого верха. Там пройти через этот мостик. И в старом Silent Hill, по-моему, будет эта улица. Если я не ошибаюсь. Каких-либо указаний тут нет, поэтому придется... Так, я не понял. Хорошо. Что-то изменилось. Что-то мне это не нравится. Ну ладно, давайте поднимемся. Знаете, что сейчас, наверное, будет? Та самая личинка, которую мы не добили. Ну да, я так и знал. Да, падает уже. Ох, как... Так, тихо. Ну, выглядит это, конечно, очень эпично с этой графикой. Но я думаю, сейчас быстро взломаем. Каким-то оружием. Так, хорошо. Чутка подлечиться. Хотя, в принципе, нормально. Ну, ладно. Вот и все. Ну, понимаете, да, теперь насколько легче нам станет жить. Я даже потерял интерес к боевой системе. Но, в принципе, мы не ради нее играли. Но это меня все равно печалит сильно. Это прискорбно. А какой у меня тут выбор был? Пытаться оружием ближнего боя, что ли? Бить. Хорошо, Silent Hill вернулся в свое нормальное состояние. Ну как сказать, нормальное состояние? То есть, по крайней мере, здесь нет такого страшного пипца, как был только что. И сейчас нам нужно к мосту наверх туда. Где-то здесь вроде бы есть отель. Насколько я что-то помню смутно. Просто вы помните Кауфмана? Кауфман — это, по-моему, персонаж сугубо такой необязательный. И его именно можно найти в каких-нибудь случайных миссиях. И давайте-ка мы сходим, посмотрим. Возможно, этот отель где-то здесь. Хотя, скорее всего, он где-то попозже появится. Не знаю. Просто не хотелось бы ничего упустить. А эта деталь, я думаю, будет крайне любопытная для всех поклонников серии. Но, конечно, времени придется потратить достаточно, поэтому я не думаю, что я буду сильно углубляться сейчас в это дело. Так, это мы где находимся? Все правильно, мы уже круган сделали. Нормально.
Давайте-ка мы перейдем на эту сторону. И по ней попилили. Насколько я помню, эта бабочка была одним из самых легких боссов в игре вообще, и я совершенно ее не боялся. При том, что того ящера вначале я боялся довольно сильно. Еще в эпоху юности. Но с таким-то оружием это вообще смешно просто. Порешетили в нуля. Так, полицейский участок. В этом полицейском участке мы сегодня начали. В его темной изнаночной сущности. А что же здесь теперь? Знаете, это почему-то очень сильно напоминает Silent Hill Downpour. Там было похожее место. Так, сначала мы сохранимся. Здесь у нас сохранение, по-моему. Если ничего не изменилось. Патрон к пистолету. Круто. Давайте, кстати, пистолетом пользоваться. 255 патронов. Офигеть. Хоть третью мировую объявляй. Так, что-то сохранение как-то я особо не вижу. Дробовые патроны тоже крайне нужны. И давайте посмотрим, что же тут такое. А, ну вот же сохранение. Ну, как я и говорил, я сегодня втыкаю. Что тут написано? Здесь что-то написано. Препарат можно купить лишь в некоторых районах Silent Hill'а. Сырьем выступает белая Клауди, растение, произрастающее только в узком ареале близ города. Производится в Silent Hill'е. Дилер равно производитель. Понятно. Что-то так по ощущениям. С каким-нибудь наркотическим эффектом что-то. Звонил Коронер Силс. Он не склонен думать, что смерть офицера Гуччи была насильственной. По-видимому, тот скончался от естественных причин. Однако, как свидетельствует медицинская карта покойного, Гуччи, у него не было симптомов какого-либо сердечного заболевания. Странно. Так, пардон. Ну и, собственно, все похоже. Так, хорошо. Та дверь, я не думаю, что откроется. Ну, по крайней мере, сходили. Да. Не поддается. Вообще поспокойнее маленько стало, да, если вспомнить последнюю серию. Насколько там было много всего. Насколько спокойно здесь. Это хорошо. Все, пилим через мост. И смотрим, что у нас дальше. Хотя, что вот тут? Так, полиция и провал, понятно. Так, тихо. Катана, интересно, сильное оружие? Нет вообще. Я предпочитаю оружием ближнего боя не пользоваться, потому что это достаточно глуповато, когда есть огнестрел. Но катана вещь интересная. Так, мы все еще пилим. Все, другой район. Что-то чувствую я, мы сейчас забредем в канализацию. Канализация — это, конечно, тоска и печаль. Полнейший пипец, я думаю, там будет. Что? Это должна быть канализация, о которой говорила Лиза. Так, хорошо. Ох ты, смотри, какой мы сделали. Офигеть. Ну, ладно, я рад, что нам пришлось это все бежать. Закрыто. Замок совсем проржавел. Думаю, если по нему как следует ударить, он сломается. А выстрелить мы сможем? Отлично. Тоже хорошо. Так, я, честно говоря, не хочу просто туда идти сейчас. Оттуда вам приятные звуки, вы слышите?
но выбора нет. Пойдем. Ой, какая пакость. Ползуны, наверное, эти прыгуны будут. Прыгуны, кстати говоря, я прочитал в Википедии, это детские страхи Олесы, ее боязнь взрослых людей. Они вот такими казались. И Silent Hill, соответственно, породил. Так, у вас нет карты этого места. Неужели нет? Где-нибудь поблизости на стене не висит? Я не хочу тут еще и без карты находиться. Ну, видимо, нет. Просто представьте, да? Темнота с потолка капает. Эу! И там эхо такое. Эу! Блин, это пипец. Мы здесь умрем. Что за труба такая? Да. Вроде спокойно пока. Ой! Это что за хрень? Так, спокойно. Оно еще живое, что ли? Я не понял, что это было, но это что-то настолько склизкое, что просто пипец. Ой, где же карта? Я же без карты тут пропаду просто. О-о-о. Так, туда мы не пойдем. Так быть может только явно не самое хорошее существо. Тупик, похоже. Закрыто. Запомним. Ну как запомним? Не запомним, конечно. Постараемся. Так, ну выбора у нас нет, остается идти только сюда. Хорошо. Что ж поделать? Да, неприятно. Еще иду. Спокойно. Все? Фу, пакость какая. Отврат. Кстати, люди, которые сказали, что монстров нельзя убивать, вы были неправы. Вас уже поправили в комментариях. Я рад этому на самом деле, потому что мне здесь и так неуютно. А если бы еще нужно было бы убегать от врагов, это было бы вообще печально. Так, винтовочные патроны. Круто. Ну, пока что развилок прям особых нет. Что? Ничего. Так. Хорошо. И все похоже туда. Так, лады с этой стороны у нас. Скорее всего, ключик сейчас будет. Подожди, мы тут не были? Нет, не были. С2. Так, запомним. Все лучше и лучше, вы это слышали? Я даже знать не хочу. Пока что с другой стороны все понятно. Да блин, кто там воет так?
куда-то идем и куда-то приходим. Надеюсь, плутать не придется. Вообще больше похоже на дрель какую-то. Так, он там что-то есть. О, карта, отлично. Так, хорошо, это у нас получается. Угу. Так, а нам получается нужно. Мы пришли, похоже, вот с этой самой нижней лестницы. Нам нужно либо на левую, либо вот на левую верхнюю. Сейчас разберемся. Давайте, знаете, на этом, наверное. Вот, ключ от канализации, отлично. Теперь у нас, скорее всего, откроется та дверь. Но давайте на этом закончим. Я сейчас маленько отдохну и возьмусь за еще одну серию. С одной стороны, короче говоря, что я хочу сказать. Печально, что у нас столько патронов. Это серьезно облегчает игру и в некотором роде лично для меня убивает интерес. С другой стороны, атмосфера на месте, сюжет на месте. Мы играем в первую часть именно ради того, чтобы сложить картину того, что тут происходило. Так что в этом плане ничего не потеряем. И предмет, который я за него больше всего трясся, то есть вот эта вот неизвестная жидкость, она на месте, так что я спокоен. Так что, в принципе, все будет в порядке, я думаю. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.